Чернигов. Это автомобильный въезд со стороны Киева и прямо в исторический центр города. Автомобили поднимаются с уровня реки Десны на эту возвышенность, где расположен центр Чернигова. Если выйти, то можно прямо попасть к главным достопримечательностям древнего города. Эта дорога ведет на главный проспект Мира, а по парковым дорожкам можно пройти к памятникам архитектуры Древней Руси, Спасо-Преображенскому собору, Борисоглебскому собору, а также к зданию Черниговского коллегиума. А в глубине парка находятся два крупных музея – исторический и художественный. Местные жители этот парк называют валом, но точнее это Черниговский детинец, где располагались строения древнего княжеского и средневекового Чернигова. Именно здесь в древние времена располагался так называемый детинец, то есть городская крепость с теремами черниговского князя, с храмами и другими каменными сооружениями. Деревянная стилизованная лестница с чугунными элементами декора ведет к прогулочной зоне вдоль крутого склона. При подъеме открывается живописная перспектива местности под горой со стороны Десны. На площади установлен бронзовый памятник Тарасу Шевченко, а сама скульптура поэта и общее оформление в сочетании с парковыми деревьями просто впечатляет красотой композиции. На этом месте до XIX века стояла Черниговская цитадель. Дальше на соседнем холме открывается панорама великолепной Екатерининской церкви XVIII века в стиле украинского барокко. Прогулочные дорожки с качественным мощением плитки проложены вдоль всего парапета, где установлены 12 старинных пушек Черниговского гарнизона. Это популярное атмосферное прогулочное место на Черниговском валу. Территория парка содержится в отличном состоянии. Спасо-Преображенский собор построен в середине XI века. Здесь похоронен черниговский князь Игорь Святославович, герой древнерусского эпоса «Слово о полку Игореве». Борисоглебский собор стоит на Черниговской земле с 12 столетия. Здание Черниговского коллегиума с 1700 года. Thank you.
Елецкий женский Успенский монастырь. Главное сооружение – Успенский собор, построенный к началу XII века. Троице-Ильинский монастырь. Здесь главное сооружение – это Троицкий кафедральный собор XVII века в стиле украинского барокко, а также Ильинская церковь, великолепная высокая колокольня и Антониевы пещеры –